Здравствуйте, друзья! Продолжаем наше прохождение Scribblenauts Unlimited. Так, continue. Где мы там остановились? Мы закончили с больничкой. Так, отлично. Ну что ж, выходим из больницы. И пойдем в стоки. Городские стоки. Что у нас здесь? Welcome to Capital City Runoff. Угу, так, мафиози. Отлично. Так, и для начала немножечко мы с вами переприкинемся. Так, сегодня мы, пожалуй, будем кататься на... так. Угу, о, отлично. И мы сразу его на всякий случай сделаем быстрым и летающим. О, вот, вот так гораздо прикольнее. Так, сегодня передвигаемся на ките. Так, а оружие, ну, мало ли, может быть, пригодится. Так, 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 так. Вот так. Так. Ага, так. То ли это, что я хотел? Ну ладно. Неважно. В общем, лук. Потом разберемся. Вот эта рыбка чего-то хочет. Над ней потешаются остальные рыбы. Она просит нас помочь. Напугать. Ну, какой самый лучший способ напугать? Дать рыбке револьвер. Бери, рыбка, револьвер. Рыбка. Так, рыбка не хочет брать револьвер. Что ж, ну ладно. Это действительно, наверное, не самый лучший способ. Давай-то давайте сделаем рыбку. Ой, ай, что ж я наделал-то? А, ну ладно, с этим на самом деле можно разобраться. Тут есть такая штука, как ресет. Ресет левел. А, я весь отресетился. Ладно, сейчас по-быстрому. Little Fast Flying Whale. Так, вот, 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 отлично, так. Подлая рыбка, все из-за тебя. Хотя я сам виноват, зачем оружие взял? Так, а рыбка будет биг. Просто-напросто биг. Вот, о, отлично. Это же те самые рыбы, которые в страхе раздуваются. Так, что у нас дальше? Так, вот этот анимон. Анимон. Анимон Стингхорн. Что он говорит? I'm ready for a new school to move in. Shoo. А, и что же с тобой делать-то? А, давайте попробуем его куда-нибудь перетащить, может? Действительно, давайте попробуем куда-нибудь перетащить. Ой, чего-то я не то написал. А, chain. Конечно, chain. Chain tool. Прицепим к анимону и к нашему киту. Давай, анимон. Давай, 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 давай. Давай, анимон. Нет, анимончик. Да что ж с тобой делать-то? Подлец я таки. Ладно. Цепи берем. Так, а что ж, как же... School to move in. А, может, educated? Вот он что-то про школу. Так, educated. Образованный. Ой, educated. 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 Угу. Нет. Не буду на нем задерживаться. Черт с ним, с анимоном. Что тут у нас? Так, бочки и... Ой, монстр какой-то. Что с бочками? There must be a better way to dispose of this waste. Ага. Что-то нам нужно с этим вейстом сделать. Давайте взорвем его. Вот. Динамайтом. А чё он не загорается-то? Может, то, что в воде?
Ну ладно. Тогда давайте сделаем... Знаете, опасно. Я лучше сделаю просто обычную пушку. Возьму обычную пушку. Сейчас перестреляю здесь все. Потом снова рестартить. Слабовато пушечка. Так. Сделаем вот такую вещь. Автоматик. Автоматический лазерный. Так. Пушка. Взяли. Теперь это должен быть автоматический лазерный пистолет. Во, отлично. И наш динамит даже выпал. А так. Класс. Ого. Там еще и рыба была. А, это, наверное, типа мы все очистили. Так, а тебе-то что надо? Монстр. Я всегда жил здесь внизу и даже не знаю, как выгляжу. Ну, это очевидно. Нам нужно зеркало. Mirror. Ну давай, посмотри. Ха, зеркало даже лопнуло. Такой классический прикол из детских мультфильмов, когда кто-нибудь страшный в него смотрит, а зеркало лопается. Так, что с тобой? Что с тобой, родненький? Будь хорошим братюней и помоги мне освободиться. Так, здесь, наверное, лучше лишний раз пистолетом-то не размахивать. Опасное дело. А, сцисор с ножницы. Не, слишком просто. Не-не, вот тут нельзя, это я уже проверял, а вот так вот можно. Вот так вот, лазерный меч. Действительно, что может быть лучше лазерного меча для перерезания веревки? И на этой что-то тоже было. Освободи лобстеров. Наполни клеть рыбака чем-нибудь съестным. Чем-нибудь еще съестным. Что съестного можно создать для рыбака? Суши? Суши. Тут есть суши? Суши. Отлично. Оп, лобстеры свободны. О, король лобстеров. Королевский лобстер. King Azure Grand Lobster. Ничего себе. Знаете, что я хотел попробовать еще? Портал. Какой? Портал. Ого, вот это портал. Класс. О, видели, видели? Там пирожок был. Тот самый. Так, мы здесь закончили? Мы здесь не... Проклятый анимон. I'm ready for a new school to move in. Может, graduated? Graduated? Типа закончивший? Graduated. Нет? Да черт тебя дери. Знаете, дорогие зрители, вот кто смотрит эту трансляцию, наверняка есть кто-нибудь, кто лучше меня понимает и знает, что, как здесь поступить. Я с удовольствием вас выслушаю и даже вернусь сюда по этому поводу. Так. Сходим-ка мы, пожалуй, еще... Ну вот, в метро. В метро. Дальше пойдем в метро. На нашем летающем ките. Надеюсь, он здесь у нас не задохнется. Снэк тайм. Что за снэк тайм? Проводит, допустим. Ну и ладно, черт с ним. Так, ну что, нам показали, да, все чудесно. Где мой летающий кит? Ну ладно. Тогда пусть будет велосипед хотя бы. На велосипеде поездим. Что у нас здесь? Так, у тебя ничего. Ой, 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 давай, 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 запрыгивай, запрыгивай. Вот это... Да что тебя, да как же... Проклятый велосипед. Максвелл. Add Objective Flying. По-моему, это действует и когда... Да. Вот. Вот этот пухлик. Вот мне нравится этот... Что это? Play Sound? А, это я на велосипеде. И можно Play Sound делать. Fat Gorg. Давайте сделаем его голодным. Голодный? А голодал, бедненький. Да, голодный, смотрите. А теперь мы сделаем... так.
Род. Нет, не род. Фишрод. Фишрод. Интересно, оно в одно слово пишется. Ну, это узнаем. Фишфуд, фиш. Фиш оу. Фишен роуд, наверное. По-моему, так ведь пишется. А, вот фишен роуд. Интересно, она может чего-нибудь делать, этот фишен роуд? Юз? Вау! Найс! Ремув. А, нет, берем фишен роуд. Но мы сейчас сделаем одну очень подлую вещь. Он у нас голодный. И мы сделаем хэм. И это куда побежал? Подлец, а? Я не ожидал от него такой прыти. Но вы уже, наверное, догадались, что я хочу сделать. Я сначала сделаю хэм. Потом я сделаю юз. Потом... Ах ты! Сволочь какая. Ну ладно, черт с ним. Повеселились и хватит. Так, что у тебя? I could earn some money if I learn some skills. Нужны какие-нибудь навыки. Давайте skill. Skilled. Обученный. Нет? О, skilled. Чё себе сразу, как быстро-то money попёрли. Если бы в реальной жизни так было. Написал в блокноте. И все, уже пошли деньги. I'd better clean up. Мне бы лучше здесь прибраться. Ну давай тебе дадим вакуум клинер. А, ну конечно. Столько ошибок в одном слове. Вакуум клинер. Вакуум клинер? На? Убирайся, братюня. Отлично, вот он засосал все эти лужи. Так, и здесь у нас бабулька. Интересно, родственница ли она моего ездового негра из прошлой серии? I'm tired of standing. Ей надоело стоять. Ну давайте сделаем для нее... Не, слишком просто. Rocket wheel chair. Как же пишется wheelchair? Rocket chair. Хватит с нее просто стула. Хотел я... Ну нет, должен же быть wheelchair. Wheelchair. Well. Да черт с тобой, wheelchair. На тебе стул. Подавись простым стулом. Ничего себе бабулька-то. Умеет отдыхать. Так, что у нас тут по осколкам осталось? 4 из 5. Так, кто-то еще из них, очевидно, да? Вот кто. I want to buy something from stand, but I'm broke. Но я разорена. Она бы хотела что-нибудь купить, но разорена. Давайте дадим ей flower. Просто цветочек. Интересно. Ей хватит этого? Черт. Ну ладно. Тогда... Золотой слиток. Ну, точнее, самородок. Оп. А, ей нужен был санфлауэр просто. Подсолнух. Она любительница подсолнухов, так? У нас осталась только мини-игра. Ну давайте, стартанем. Стрит-рок. Уличный рок. Так. Он хочет быть рок-звездой. Для начала нужен более хороший инструмент. Так. Ну, раз он тут у нас играет ложкой по кастрюле, то я думаю, что он барабанщик. Давайте создадим для него барабанную установку. Отлично. Этот инструмент просто шикарный. Но моя группа будет звучать гораздо лучше, если в ней будут дополнительные участники. Давайте же создадим какой-нибудь... Давайте вот Rockstar. А, интересно, кстати, что из этого получится. О, Rockstar! Класс! Что может быть лучше, чем Rockstar для группы? Кстати, какие-то
А, так. На, теперь мы можем назвать это группой. А, теперь нам нужно какой-нибудь эквипмент, какое-нибудь оборудование. Почему-то единственный наш Максвелл не танцует. И я считаю, что необходимо это исправить. Вот, теперь они все отлично отжигают, да? А какое оборудование должно быть на настоящей рок-сцене? Я считаю, что это должны быть фейерверки. 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 Да, отлично. Нифига себе, я-то просто фейерверк сделал. Да уж. Отлично. Максвелл, как всегда, справился. Completed. Так. Нет, я не пойду к Лили. К Лили сходим как-нибудь потом, попозже. А сейчас будет сцена, где мы будем проверять Angry... Мы тут просто Hero. Злой герой. Да, он очень злой. И мы будем проверять, кто же победит, супергерой или счастливый бог. Да, давайте узнаем, кто победит. Счастливый бог или супергерой. У меня такое чувство, что бог все-таки победит, вы знаете. Да. И что ж, мы узнали, что в схватке между супергероем и божеством, ну, не знаю, каким божеством, в общем, это и не важно, победит все-таки бог. Я не являюсь религиозным и надеюсь, что вот эта последняя сцена моего ролика не оскорбит чувств верующих. А всем остальным же спасибо за просмотр моего ролика, оставайтесь на моем канале, до свидания.